В вашем здании взрывное устройство. Срочно покиньте помещение. Такое сообщение по электронной почте получили сегодня десятки зданий Барнаула. Среди них классический вуз, театр кукол «Сказка», краевая служба судебных приставов и торговые центры. Сценарий тот же, что и в январе. Тогда письма о лжеминировании пришли в 29 барнаульских школ. Посетителей торгового центра «Галактика» сегодня не эвакуировали. Люди даже не знали о возможной угрозе. По всей России говорят об этом, а о них что еще не взорвалось? Взрываются, когда не говорят. Может быть, кто-то пошутил просто? Провокации, панику нагонять. Сообщений в бийские учреждения сегодня поступило в разы больше. Угрозе подверглись 80 учреждений – садики, школы, больницы, компании. Получили письмо от лжетеррористов и наши коллеги – телекомпания ТВ.ком. Сообщение на электронную почту поступило от МО МВД России, якобы от полицейских. Мы быстренько эвакуировались, сообщили правоохранительные органы. Буквально через 20 минут приехал оперативник, опросил всех. Правоохранители проверили все здания, в некоторых потребовалась эвакуация. Полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают личности виновных. Отметим, что ложное сообщение о теракте грозит лишением свободы на 5 лет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, «Наши новости».